Представляем вам многоуровневый комплекс, который вы можете использовать для продвижения своей практики йоги. По мере того, как ваше тело, мышцы вашего тела станут более подвижными, станут более пластичными, вы сможете все больше и больше усложнять асаны в своей практике йоги. Поэтому, если на данном этапе вы просто наблюдаете, вы можете выполнять упражнения в таком режиме и такие асаны сложности, которые для вас доступны. Отводим правую ногу назад, разводим руки через стороны и приподнимаем руки вверх. Раскрывая грудь, вытягиваемся. Вдох с выдохом, руки через стороны. Положили левую руку на колено и подтягиваем пятку задней ноги. Стараемся тянуть пятку к бедру и расслабляем мышцы бедра. Дыхание глубокое, протяжное. Можно на этом остановиться. Расслабляем мышцы бедра за счет внутреннего расслабления. Выворачиваем носок. И стараемся, толкая грудь вверх, выйти в прогиб. При этом следим за тем, чтобы в поясничном отделе было вытяжение, а не излом. Отпускаем ногу. Расслабляем мышцы спины, поясницу. И переходим в положение полушпагат. Первый этап, постарайтесь просто выпрямить ногу во время выдоха. Можно попробовать дальше наклониться, расслабив туловище, тянуться лбом к земле. Можно остаться на любом удобном для вас варианте. Или переходим к упражнению шпагат или хануманасана. Обратите внимание, что если вы просто наблюдаете за выполнением асан, по мере того, как ваш прогресс в практике йоги будет увеличиваться, вы удерживаете образ, сможете в дальнейшем выполнить эту асану. Сейчас можете просто наблюдать. Шпагат, вдох с выдохом, руки через стороны и выполняем наклон. Все дальнейшие наши объяснения будут сводиться к тому, что мы будем рассказывать вам о том, как можно усиливать асану или остаться в предыдущем варианте. Вдох с выдохом. Наклоняемся левым плечом к колену и, вытягивая руку вверх, стараемся, захватив себя за носок, выполнить наклон со скруткой. Вдох с выдохом, медленно выходим. Подтягиваем пятку задней ноги, вамадевасана. Выворачивая плечо, выходим в прогиб в хануманасане. Грудь толкаем вперед. Вытягиваемся в поясничном отделе. Вдох с выдохом, отпуская ногу. Расслабляемся, подтягиваем левую ногу. Обратите внимание, пятка на уровне колена. И доворачиваем правое бедро к земле. Колено задней ноги выпрямлено. Носок задней ноги на земле. Раскрываем грудь. Чувствуем растяжение бедренной и ягодичной мышцы. Можно наклониться вперед, скрестив руки, расслабиться. Или, вытянув руки назад, положив голову на землю, тоже расслабиться. Дыхание глубокое, протяжное. Расслабьте тело, расслабьте мышцы тела и просто наблюдайте за своими ощущениями.
Вытягиваемся вперед, вдох, язык, горло, взгляд в область межброви. Дыхание глубокое, протяжное. Подтягиваем левую ногу вовнутрь и подтягиваем заднюю ногу. Первый этап, тянем пятку к бедру. Можно на этом остановиться. Или подтягиваем две пятки друг к другу. Смотрим вперед. Мягко, плавно выполняем эту асану. Следим за ощущениями в коленных суставах. И дополнительно можно усилить прогибом. Выворачивание кистей, плечевого пояса, вытяжение. Дополнительно можно руку вперед. Или двумя руками удерживать себя за носок. Отпускаем ногу. Расслабляем ягодицы. Убираем ногу назад. Выходим в наклонный упор. Отжимаемся. Таз. Обратите внимание, колени могут быть на земле или в воздухе. Выбирайте любой удобный для вас вариант. Вытягиваемся вперед. Вдох. Раскрываем грудь. Плечи отводим назад. Вдох с выдохом. Таз назад. Вдох с выдохом. Горка. Обратите внимание. Макушка на уровень локтевых суставов. И стараемся, чтобы спина была ровная. При этом тянем пятки к земле. И стараемся выпрямлять ноги. Вдох с выдохом. Подпрыгиваем. Ладони на земле. Качаемся вперед-назад и, захватив себя руками за пяточки или любое другое удобное место, смотрим вниз, вытягиваемся и тянем лоб к коленям, расслабляемся. Расслабление изнутри, вытягиваемся вперед, вдох. Вдох с выдохом, левая нога назад, колено на земле. Приподнимаем туловище, ноги на ширине плечей, руки через стороны, вдох. Дыхание глубокое, протяжное. Ощущение вытяжения. Колено может быть с упором в землю или в воздухе. Положили правую руку вовнутрь и расслабились. Или положили руку на колено. Подтягиваем пятку задней ноги. И расслабляем мышцы бедра. Смотрим вперед. Выворачиваем стопу. Подтягиваем руку. И выходим в прогиб. Выполняйте это упражнение осторожно, вытягивая поясницу и раскрывая грудь. Вдох с выдохом отпускаем ногу. Выходим в наклон. И выполняем полушпагат. Первый этап. Постарайтесь просто после выдоха, подтягивая коленную чашечку, выпрямлять ногу. На следующем этапе можно свободно, расслабив туловище, полностью выпрямив ногу, выполнить полушпагат и остаться в этом положении. Или следующий вариант. Шпагат. Хануманасана. Вытяжение. Носочек на себя. Обратите внимание, носок задней ноги на землю. Упор. Можно руки через стороны, переплетая пальчики в замок. Выполнить легкий прогиб в хануманасане. Вдох с выдохом руки через стороны. Можно выполнить наклон. Расслабить тело.